Смотри, как звучит. Бухта Барахты, Лягушачья бухта, Тигровая, Карадаг. Я думаю, что причиной всего был вот этот необыкновенный дух свободы. Мне достаточно 3-4-5 точек, и я могу на них вечно сидеть и вечно писать этюды. Просто люди там чувствовали, что там они могут свободно разговаривать. Который у меня в руках, называется сердолик. И он считается талисманом любви. Когда-то такими сердоликами были усыпаны все пляжи Кахтебеля, и все, кто приезжал сюда, мечтали найти свой талисман любви. Сегодня сердоликов в Кахтебеле больше нет. Когда началась стройка и продажа участков, на пляже Кахтебеля пришли бульдозеры, экскаваторы и смели все кахтебельские самоцветы. А вместо них насыпали гальку и песок. Бульдозер времени смел людей, которые приезжали сюда в 50-е, 60-е годы. Сегодня их здесь нет. Кого-то нет живых. Кто-то не хочет приезжать в место, которое изменилось до неузнаваемости. Все они считают, что из Кахтебеля исчез его дух. Тот Кахтебель, который был когда-то, потерян уже навсегда. Все имеет начало и конец. Путешествие, любовь, жизнь. Кахтебель, тот Кахтебель, о котором мы хотим рассказать, начался с Волошина. Или даже с его матери, или, как ее называл Макс, пра. Не купи пра здесь дом, Волошин не приехал бы в Крым, не назвал бы сюда своих невероятных друзей-поэтов от Гумилева до Цветаевой, не познакомился бы в Крыму с будущей женой Марусей. Марья Степановна похоронила своего Макса на холме Кучук-Меньшар и прожила здесь без него еще целых 44 года. Она сохранила уклад волошинской коммуны 30-х годов, ее звенящую свободу, беспорядочность и невероятную притягательность для людей ярких и творческих. Послевоенное время стало новым расцветом литературно-богемного Кахтебеля. Дух Волошина сделал это совершенно уникальное географическое место уникальным и духовно, культовым для многих поколений российской интеллигенции. И связано это было, скорее всего, с какой-то особой энергетикой, которая там была, с общностью взглядов той части советского общества, основу которой вообще компании там собирались, составляло несогласие с политикой властей. Это такое было культурное диссидентство, даже без недовольства. Просто люди там чувствовали, что там они могут свободно разговаривать, что никто их не будет подслушивать. Это было место избранное. Место избранных, избранной греками сначала для своих поселений, а потом избранные поэтами. Поэты там творили, там рождались алые паруса, там рождалась мечта, если одним словом, праздник. Праздник моря, праздник звучания, смотри, как звучит. Бухта Барахты, Лягушачья бухта, Тигровая, Карадаг. Праздник души и не только ощущение единства с природой, потому что знаешь, вот там,
поднимешься на гору и встретишь Волошина. Это была территория свободы. Конечно, это был заповедник, который позволял не замечать возможных противников твоих, живущих рядом, и объединяться, и горячо обниматься с друзьями. Нам нравился Восточный Крым вот этой своей какой-то аскетичностью, каким-то сходством с той Элладой, которую мы себе воображали по Мандельштаму. Кроме дома Волошина, еще одной точкой притяжения был дом Марии Николаевны Зергиной. Он, к сожалению, не сохранился. Домик был небольшой, но там были две великолепные веранды. Они были не застекленные. Одна была наверху, на втором этаже, а вторая внизу. И как в последующие годы эти веранды были сбором для интеллигенции со всей России. Туда приезжали из Ленинграда, из Москвы, из Новосибирска, откуда только там народу не было. Я думаю, что причиной всего был вот этот необыкновенный дух свободы, дух какого-то несказанного творчества. И вот люди, которые жили в Коктебеле, особенно вот эти вот старые женщины, органавтки, они и привлекали именно этим к себе людей. Они сами были творческие. Марина Николаевна, она из дворянской семьи, откуда-то там из Тульской губернии. Она сама музыкант, пианистка, певица. И вот представьте себе, как же можно было не стремиться попасть в этот дом, когда с веранды постоянно раздавалась прекрасная музыка. Она очень хорошо пела. Пела в основном романсы. И романсы, у нее много романсов было на стихи Волошина. Потому что она очень дружила и с Марией Степановной Волошиной. Коктебель был настоящим явлением русской культуры. До революции сюда приезжали и подолгу гостили, участвуя в разных мистификациях и розыгрышах дома Волошина Николай Гумилев, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Викентий Вересаев, позже Дмитрий Мережковский, Андрей Белый, Максим Горький. В 1940 году знаменитый сценарист Сергей Ермолинский, который через несколько месяцев будет арестован за антисоветскую деятельность, написал из Коктебеля своей жене: «Народ живет разный. У нас тут Всеволод Иванов со своим замком Тамарой и детьми. В ленинградском доме Зощенко, унылый ипохондрик. Сегодня уезжает Десницкий, профессор литературных наук. Маша, Маша, зачем нужно возвращаться в Москву? Здесь так хорошо, тихо, ветер, красиво очень. Нет бесконечной, страшной, душной московской суеты, дел московских, бессмысленной трепки нервов. От суеты, но прежде всего от серой, безнадежной, душной советской действительности бежали сюда Аксенов и Бродский, Евтушенко и Виктор Некрасов, Ахмадулин и Вознесенский, Родзинский, Рождественский, Горин, Макаревич, Гребенщиков. Вскоре все изменилось. Перестройка, реформу в политике и экономике и уютный авантюрно-романтический Коктебель ушел в прошлое, уступив свое место праздному, шумному, курортному городку. Я в конце 80-х приехала сюда летом. Я была в шоке, когда я увидела колотый щебень карьерный на пляжах, которым засыпали. Это было просто невероятно. Лечь на пляже даже невозможно было. Вот все, что мы сейчас имеем, это уже природа внесла свои коррективы, сгладила эти острые углы. Самое прекрасное, когда идешь по набережной, ты видишь море. А сейчас идешь в тоннеле. Людей становится все больше. Люди хотят сюда приехать, и они строят, и строят, и строят, им надо где-то жить. И поэтому появляются такие вот уродливые здания
многоэтажный, который просто изгадили облик поселка. Ну, вот можно было как-то каким-то декретом что-то запретить. Но нельзя, например, класть шиферную крышу, и все. Сейчас число гостиниц превышает, по-моему, число потребителей. Как всегда, гололед, серое небо, ощущение неустроенности от жизни, печальные мысли и желание, чтобы скорее наступило лето. Потому что летом можно уехать. Уехать туда, где тепло. В 60-е, в 70-е годы, да и в 80-е у молодых ленинградских композиторов, режиссеров, актеров, у всей ленинградской интеллигенции, да и у московской тоже, ответ на вопрос «куда?» был, собственно говоря, очень простой. Конечно же, в Коктебель. Почему именно в Коктебель? Там все наши, там все свои. Жизнь без запретов и ограничений. Ни Феодосию, ни Валуху, ни в Ялту. Какие там еще были курорты в советское время? Вроде бы тоже солнце, тоже море, но не туда, а именно в Коктебель. Там была их территория. Территория свободы, территория любви. Когда я повезла Танина в Коктебель, он взял камешек с пляжа и пошел пешком к Волоше положить свой камень. Конечно, писатели, те еще писатели, которых там кого-то застала мама моя, там, я не знаю, Тихонова, Горького, Волошина еще ребенком. Меня еще Анастасия Цветаева перекрестила и в лоб поцеловала. Первое время мы жили у Марьи Степановны. И я потом прибегал, и я ее называл на «ты», она была Маруся. А приходили родительские друзья. Куприянов Михаил, Порфирий Никитич Крылов тоже, это из Кукрыниксы. И Михаил Аркадьевич Светлов, который внезапно здесь появлялся, и Фазиль Искандер. Все эти люди появлялись в доме всегда. У папы даже была... Он втыкал на палочке такую фанерную табличку, где он написал: «Друзья, приходите, пожалуйста, после 6 часов». И я помню, как стук в калитку раздается, я подхожу, стоят какие-то люди. Я говорю: «Здравствуйте». Он говорит: «Да, мы пришли». Я говорю: «А что вы пришли? Мы знакомы?» Он говорит: «Нет, мы не знакомы, но тут написано: приходите после 6. Мы пришли». Коктебели, коктебели, у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо, пляжи для писателей, читателям. Мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой мерзот Турсузаде. Он лежит и в ус не дует, и заде свое турсует, покивая коньячок или аликоте. Нельзя не вспомнить удивительного человека, который с 56 года тоже поселился в Коктебеле. И это Юрий Иванович Киселев. И вот он в 56-м году приобрел себе участок на Киловой горе. Ну, вести строительство всегда тяжело. В то время, тем более инвалиду, это было совсем как бы в тягость, да? Но это был особый человек. К нему съезжались вот тоже со всей России люди. Его обожали, его любили. Он был такой жизнерадостный, что люди просто возле него, вы знаете, отогревались. И вот это было особое место. И этот кусок очень скоро стал называться просто Киселевкой. Юрий Иванович, он создал такое, знаете, целое общество по защите прав инвалидов. И даже ему по делам инвалидов удалось выехать в Нью-Йорк при помощи каких-то своих друзей. Он встречался с Джастином Дартом, который был советником президента Буша-старшего по делам инвалидов. И когда уже Юрий Иванович вернулся
в Москву, он уже узнал, что его даже выдвигают на Нобелевскую премию. Но с этим ничего не получилось. Удивительное место, Киселевка, она, знаете, как лампа ночью притягивает мотыльков, так она притягивала всех самых талантливых, свободолюбивых, всех творческих, всех желающих вот этой необыкновенной свободы, потому что над Коктебелем вообще там такой купол свободы. Всех туда притягивало. Итак, прежде всего, Коктебель был местом невероятных встреч с людьми необыкновенными, незаурядными и самобытными. Это и влекло сюда народ из разных мест. Но не только это. Пить или, конечно же, пить, а влюбляться в Коктебеле. В Коктебеле рождались замыслы не только книг, симфоний и фильмов. Там рождались пары, рождались истории любви, рождались страстные чувства. Конечно, Герман и Кармалита могли познакомиться где угодно. Они могли встретиться в Питере, они могли встретиться в Москве. Но они познакомились в Коктебеле. И это правильно, потому что так и должно было быть. Кстати говоря, выдающийся режиссер Алексей Герман наверняка счел бы это весьма кинематографичным. Встреча двух интеллигентных, одиноких сердец в конце 60-х. Где? Конечно же, в Коктебеле. Я училась в университете на вечернем, поскольку у меня не было двухгодичного стажа. Поэтому мне было не поступить в дневное отделение. Куда поехать летом? Я подумала, почему не в Коктебель? Нам сдали беседку. Да ж, беседка, это было потрясающе совершенно. Значит, беседка, две койки и между ними маленький столик. Обычно после литфондовского ужина мы собирались компанией и чаще всего шли к нам в беседку. Я садилась на койку сестры, все остальные располагались на моей койке, и мы разговаривали. О чем мы разговаривали? Я знаю, что это было очень интересно. Замечательная и хорошо известная сегодня сценаристка Светлана Кармалита впервые увидела море в 14 лет. Мама привезла ее в Коктебель. Она и представить не могла себе, что именно здесь она ровно через еще 14 лет встретит человека, ставшего судьбой и самой большой любовью. Напишет с ним сценарий к фильмам «Хрусталев машину» и «Трудно быть богом». Сам Алексей Герман в это время, в середине 50-х, только подал документы на режиссерский факультет в Ленинграде. А у Светы была в Коктебеле своя компания – Петя Штейн и Валя Тур, Маша Лебединская и Сережка Цыгаль, кукольник-сенок Толя Крылов, Толя Ковдеенко. Подростки всеми правдами и неправдами прорывались в дом творчества. Там были теннисные корты, гуляли розовощеки и гордые дочки писателей, да и вообще это место считалось престижным, ему даже полагался садовник. Он высадил какие-то цветочки, а через неделю там уже такая замечательная, натоптанная, хорошая тропинка. И однажды я опять шла на змеиное место, там был колышек с дощечкой. И это на этой дощечке было написано. Не знаю почему, по-моему, это очень трогательно. Было написано: «А разве здесь дорога, а?» И стоял вопросительный знак. И, как ни странно, это подействовало. И вот эта фраза вообще вошла в жизнь. Если что-то не так или еще что-то, то мы с Лешей говорили: «А разве здесь дорога, а?» Их совместная дорога, дорога Германа и Кармалиты, длиной почти в 40 лет, началась здесь, в 68-м году. Алексей Герман тогда снимал свою «Проверку на дорогах» и не подозревал, что она пролежит на полках Ленфильма 15 лет. Не знал, какая судьба ждет и другие его фильмы. И уже совершенно не мечтал найти в Коктебеле жену. Я опять поплыла себе, А плавала я без шапочки всегда. И когда я приплыла, наконец, клокоченными волосами,
то мой к этому времени ленинградский приятель сказал: «Слушай, смотри, Лёшка вчера приехал». И навстречу мне, вот я выходила из воды, шел такой полный, с небольшим животом, черный, всклокоченный, как будто я не знаю, что происходило, как будто он из какого-то торнадо выскочил, человек. Это был Леша. И мы познакомились и расходимся, кто куда идет. Леша взял меня за руку и сказал: «А ты пойдешь со мной». Я пошла, как полная кретинка, что почему это так? И вот так вообще было всю жизнь. Почему это так было? Он спросил, что мы будем делать. Я сказала, что сейчас я иду, в свою беседку. Там у меня сестра лежит. А вечером мы всем собираемся. Говорит: «Хорошо, я тоже приду. За мной коньяк». Я приду, и все. Он пошел провожать меня в эту беседку, чтобы вообще и дорогу как-то запомнить, и еще что-то. А там стояла пивная бочка. И очень хотелось пить. И я выпила подряд 5 кружек пива. Мне кажется, что для того, чтобы потрясти воображение, этого было достаточно. Это было 20 августа 1968 года. Наши войска вошли в Чехословакию. Причем это мгновенно как-то распространилось по Коктебелю. Конец нашей уютной, замечательной, совершенно, абсолютно ни к чему не обязывающей легкой коктебельской жизнью. Вася Аксенов сильно выпил и плакал истерически. Евтушенко погрузился в какое-то состояние. Через несколько дней он пошел на почту давать вот эту вот знаменитую свою телеграмму по поводу чешских событий. Он пошел, его папа мой провожал. И 22 августа одно из событий, которое как-то еще больше нас сблизили в Коктебеле, пришла телеграмма с киностудии «Ленфильм», что «Трудно быть Богом» закрывается, и «Думать не думай». Алексей Герман ушел из жизни несколько лет назад. До самой его смерти Светлана Кармалита была не просто женой, но и соавтором, партнером, критиком и помощником. Ее не стало в 2017 году, и наше интервью с ней было последним. Сколько других смешных, трагических, прекрасных историй любви произошло именно здесь. Начало их череде, как и многому другому, также положил Волошин, привезя сюда после свадебного путешествия свою первую жену Маргариту. В одной из бухт познакомились Цветаева и Эфрон. Неподалеку жили и были счастливы Нина и Александр Грин. Алексей Каплер и Юлия Дронина тоже свои лучшие годы прожили в Крыму, часто отдыхали в Коктебеле и вместе похоронены на Старокрымском кладбище. 4 мемориальных доски на доме известного художника Сергея Цыгаля. Бабушке Мариэте Шагинян, маме и папе, народным художникам, прожившим здесь всю жизнь, и Любе Полищук, которая была женой Сергея почти 25 лет. Ей здесь безумно нравилось. Люба приезжала, она выходила на балкон и брала Лескова, вот такой том, или Достоевского, и читала. Тут же приходила собака борзая, прыгала на кровать к ней, и кошка. И вот Люба там себе лежала и наслаждалась. Она вообще дома отдыхала от публичной деятельности. Она была очень знаменитая, она ходила, надевала очки, там платок, там бог знает что. А потом ей говорили: «Ой, не надо, не надо очки, а то мы вас не узнали, мы вас узнали». Как ты
Октябель в самом деле был особенным. Здесь, как и на других курортах, купались, загорали, ловили рыбу, гоняли на мотоциклах, влюблялись, ели, пили. И каким-то непостижимым образом эти обычные вещи превращались здесь в театральное действие. Приобретали особый смысл, шарм и даже философский оттенок. Пребывание здесь превращалось в новеллу, эссе и даже притчу. Пришел Катаев, ну, просто была история, он пришел в шелковой пижаме, такой в полосочку, которую стоит с товарищем, по-моему, тоже в такой же пижаме. И они пришли с авоськой шампанского, а холодильников не было, а у нас был колодец с ледяной водой, он был глубиной 8 метров. Вот, и они принесли, опустили эту авоську туда охлаждать шампанское, и, видимо, уже выпили до этого, и, видимо, выпили потом еще этого шампанского. Потому что через какое-то время, мама говорит, они исчезли. А на следующий день прибежала Эстер и говорит, а где Валя? А мама говорит, а я не знаю, они ушли вчера. А Валю обнаружили через 3 дня в Ялте. Как Лиходеева. В этой самой полосатой пижаме. Историй про пьянство в Коктебеле много. Это вообще был здесь высший класс, как следует выпить, попасть в какую-нибудь отчаянную переделку, а потом рассказывать друзьям. Но это было, как бы сказать, прекрасное и радостное пьянство. В основном в Коктебеле выпивали не с горя, а чтобы почувствовать себя свободным, счастливым, чтобы море было по колено и чтобы было что вспомнить. В Коктебеле было дурным тоном пить крепкие напитки. Бывало такое, что... по-гречески пили, как бы выражались, наполовину разбавленной минеральной водой. То есть 50 на 50. Ну, это подкрашенная вода. Кроме белого сухого вина, мы еще покупали портвейное, разводили пополам. Еще была такая была позиция. И называлось это «Требенчик». Это настолько демократичная среда. Звезды здесь себя не чувствовали вот в центре какого-то пикового внимания. И еще была одна особенность. Сюда приезжали, и вот совсем маленький квадратик крымской земли, он давал возможность им видеться каждый день, общаться. Коктебели не только пили и любили, но там еще и работали. Сочиняли музыку, снимали фильмы, писали романы. Вот так и московский художник Сергей Цыгаль уже полвека рисует свой Коктебель. Ой, у меня там есть места, и причем, вот, как выяснилось, мне достаточно, 3-4-5 точек, и я могу на них вечно сидеть и вечно писать этюды. Работать в Коктебеле, конечно, было трудно. И тем не менее, здесь было создано немало шедевров. В частности, кинематографических. Здесь был снят «Дон Кихот» с великим Черкасовым в главной роли, «Большой аттракцион», «Бешеные деньги», «Алые паруса», «Пираты 20 века». Для съемок фильма «Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» в одной из долин Карадага был выстроен целый город. Именно в Коктебеле Рустам Ибрагимбеков и Валентин Ежов написали сценарий культового для нескольких поколений фильма «Белое солнце пустыни». Я просто хорошо помню, я живо этим интересовался. Валентин Иванович приходил вечером, выходил, у него была бутылочка одесского коньяку. И он мне всегда рассказывал, как было дело, что, как они подвинулись, что они написали. Там было все не так. Там Верещагина убили стилетом, а не катер взорвался. А в конце фильма вот все бандиты, погрузившись, уплывают на этом самом баркасе, а Верещагина уже нету. И на берегу стоит секундомером или просто считает Сухов. И тут подлетает отряд этого Чагина и говорит: «Сухов, ну что же ты бы мог хотя бы катер повредить?» А он говорит: «Отстань, там 38, 39». Он говорит: «Вот ты там, 49, 50». И в этот момент раздается взрыв, и вся банда
вместе с этим катером. Так что было вот немножко не так. И писем не было. Писем, по-моему, Мотыль придумал, который снимал картину. Коктебелин не только пили и влюблялись, не только сочиняли стихи и писали музыку. Главное, здесь находили себе подобных. И, может быть, самое ценное, что осталось в том прежнем Коктебеле, это вот возникающее здесь чувство дружбы. Здесь умели дружить. И, может быть, именно это состояние имел в виду Юрий Ряшенцев, известный московский поэт, тоже коктебелец со стажем, когда написал слова: «На волоске судьба твоя, враги полны отваги, но, слава богу, есть друзья, но, слава богу, у друзей есть шпаги». Я помню, что у нас были конфликты, возникли со старшим поколением из-за одежды. И мы приходили в хорошо выглаженных шортах в столовую, скажем, что вызывало дикое возмущение у некоторых писателей. Конечно, не обходилось без каких-то свар, потому что московские дела тянулись, как ты бил. И приезжали туда люди, по-разному смотрящие на, ну, я не знаю, скажем, на Тинявского и Даниэля, скажем. Кроме всего прочего, там были вещи, которые мне запомнились на всю жизнь, потому что они сыграли роль в творческой даже судьбе моей. Вот я сейчас занят переводом оперы Тима Райса и Вебера «Иисус Христос. Суперстар». Впервые с этой оперой я познакомился в Коктебеле на магнитофоне. Нас собирал Леша Козлов. Вообще было много такого, чего в Москве еще к тому времени не услышишь пока. Какие-то новые вещи читали люди, какие-то стихи. Стихов очень много звучало. В Сивксинском понтом нету слада. От нас далек эгейский быт, как эта древняя триада. Эсхил, Софокл и Еврипид. Убогая библиотека полна разрозненных томов, и для простого человека чужда игра больших умов. Но там, за плотной желтой шторой, чей краешек открыт слегка, с балкона явлен шторм, который гремит весь день, гремит века, гремит неистово и дико, как бы озлясь на времена, где вместо вспышек сердолика щебенка тусклая одна. Я вспоминаю эти места, где за двумя здравницами просто заканчивалось селение. И был огромный-огромный простор. Там вытекала речка, через которую надо было по камушкам перешагивать. Было довольно-таки много камышей. Камень нагревался, каменный, теплый. Можно было сидеть, разговаривать. Была такая тенистая аллея, в которой невероятно большое количество было лавочек, где можно было посидеть в тени. Лог серебристый, тамариски росли. Это была зеленая такая шикарная зона. Лавочек не хватало, можно было с полотенечком полежать в тени. Это было очень приятно и хорошо. Пляжи были открыты. Вот широкие, огромные пляжи. В советское время Коктебель был государством в государстве. По сути, отдельной страной, куда хотелось получить вид на жительство и приехать в эмиграцию хотя бы на несколько недель, чтобы вдохнуть этот воздух свободы, ощутить равенство и братство. Коктебель всем давал равные права и был общим для всех, но он не был для всех одинаковым. У каждого был свой Коктебель. Свой Коктебель был и у легендарного создателя полузапрещенной тогда джазовой группы «Арсенал» Алексея Козлова. Одна из главных, так сказать, моих компаний – это был Василий Павлович Аксенов. По-настоящему мы с ним подружились именно в Коктебеле. А в романе «Ожог» он описал меня там, в виде Самсона Саблера, который, такой толстенный журнал, антикгбшный был такой, значит, был роман, где он меня изобразил таким вот руководителем ансамбля «Арсенал», но под другим именем. Ну, чтобы меня тоже не замели. Тогда до меня и
дошло стихотворение, которое в то время считал, что неизвестно, кто его написал. Потом я выяснил уже гораздо позже, что написал его Владлен Бахнулф, такой есть журналист. Значит, а звучит это так. Какая чудная земля вокруг залива Коктебель. Заходит, заходит природа, но вот что красоту сюда приевшие, но не язык, моральные уроды. Сегодня парень водку пьет, а завтра планы продает. Новый завод. Сегодня ходит в бороде, а завтра где в НКВД. Свободы, свободы, свобода. Вот такая была басня. И она была очень популярна среди тех, кто ездил в Коктебель. Просто это, ну, не знать ее, это было просто стыдно. У Алексея Козлова есть свое объяснение популярности Коктебеля, его магнетизма для людей творческих профессий, поэтов, музыкантов и художников. Вот способность творить, это не всем дано, вы знаете, да? И вот это... Их и связывало, очевидно, на подсознательном уровне, вот особая энергетика, вот творческая, она была связана еще и с, вот с этой энергетикой, загадочной совершенно, не только на идеологическом или на культурном, там, на каком-то философском, а именно на, вот на каком-то уже сверх таком, понимаете, сверхчувствительном уровне. И это вот, вот это особое место совершенно, и мне очень жалко, что... Вот его так изуродовали, и ну как-то я вот неуютно себя уже там чувствовал. Коктебель уже давно не тот, что раньше. Тем не менее, сюда по-прежнему приезжает много людей на летний отдых. Открываются новые рестораны и кафе, проводятся музыкальные фестивали. Но и те, кто приезжает, и те, кто проводит, совершенно другие люди. Другие по ментальности, по своей природе, с иными художественными вкусами и человеческими ценностями. Они не хуже тех, кто приезжал сюда в 60-е и 70-е, просто другие. Пройдет время, и градостроительные проблемы решатся. Конечно, случится это не очень скоро. Коктебель, понятно, никуда не денется. Но вернется ли в него дух тех времен? Да и стоит ли возвращать былое? Нет у меня ответа. Ехали-то потому, что здесь писатели и возможность увидеть великих, там, я не знаю, Вознесенского, Евтушенко, Рождественского. А тогда ведь это было не хухры-мухры. Это сейчас никто никого в грош не ставит. А тогда это было. Народ мельчает. Появилась возможность ездить за границу. И это тоже очень важно. А может быть, идея как раз, философская идея в том, что чем больше цивилизации, тем меньше интеллигенции? Несут меня из города колеса в палящий зной. Туда, где дышит синие утесы, морской прибой. Я погляжу на древнюю природу и наяву. На облаке большого теплохода я уплыву. Нет уюта, нет магнетизма. Городок закрыт. А тихая бухта, за ней никто не ухаживает. Раньше ездили, ухаживали песочек и так далее. Сейчас еще хотят опять. Вот в этом вся трагедия Коктебеля. Все уличные музыканты, все торговцы сувенирами, все художники и так далее, они все идут прямо под музей. Эта бедная несчастная площадь просто трещит. Вот оно сузилось, пространство, возле одного дома Волошина. У самого подножья Карадага есть Коктебель. Счастливым и веселая ватага из трех недель. Там паруса натянуты, как струны летят, звенят. Мне кажется, это уже необратимый процесс произошел, потому что
Для этого надо там вообще снести, во-первых, все, что там понастроили. Но я думаю, что это уже второй раз в истории не повторится. Это была уникальная ситуация именно с советских времен. Там тучи по горам всегда кочуют и облака. Там скалы, словно рыцари в кочугах, стоят века. Там ждет меня девчонка у причала, колышет день. Девчонка та на письма отвечала мне через день. По ограде ты ржавый, по подобию ворот, коктебельская держава, кто тебя не узнает. Вот такие стихи писал когда-то Сергей Михалков. У меня забор, я внутри забора, у меня ничего не разрушилось. У меня только все приобретается. И появляются новые люди, которым нравится сюда приезжать, в отдельно выбранное место. И вот здесь, за забором, у меня все хорошо. Сейчас у нас есть квартира в Испании. Я схожу, прихожу, смотрю на это море. Средиземное, казалось бы, что еще? Неуютное. И, понимаете, довольно пошло говорить о том, что о ностальгии, значит, когда ты живешь в роскошном месте. Но я вам должен сказать, что я постоянно вижу во сне Коктебель. Нужно надеяться на то, что появятся люди, которые сумеют возродить, обновить обязательно и сделать это место еще более привлекательным для всех творческих людей. И не только творческих. Вы знаете, это как такая большая чаша, из которой может каждый выпить, каждый может насытиться, и каждый может с собой это унести, а взамен оставить что-то свое. Когда родился Коктебель, никто сказать не может. Считается, что еще в первом веке до нашей эры здесь жили древние люди, потом их сменяли различные племена. Времена благоденствия уступали годам засух, войн и забвения, но земля эта по-прежнему оставалась прекрасной и дарила людям свою красоту и великолепие. Они всегда чувствовали особое настроение этого места и заботились о его сохранности. Надеемся, что так будет всегда. Этот сердолик мне дала моя подруга Эра Ершова. Она стала известной писательницей и теперь живет в Германии. А когда-то молодой девчонкой, она каждое лето проводила в Коктебеле, и именно здесь она нашла свой талисман любви. Она попросила меня бросить его обратно в море на память. Может быть, все еще вернется.